Всем привет, ребят. Блин, не думал я уже, что буду записывать видос. Я решил все-таки записать вам видос после Нового года. Как вы видели, кто смотрел видосы, я до Нового года начал ролить по 150 под коллекционера у себя на аккаунте, чтобы вот хоть какой-то трешечок был, потому что надоело уже эти 450. И сегодня у нас на английском вообще топовые акции. И есть вот такой вот хрустальный сундук, в котором, в принципе, дают топовые плюшки, я всегда их забираю. То есть нам надо переролить 35 тысяч самоцветов, то есть, грубо говоря, там до 70 слить, до 60 даже слить. То, что у меня есть. Вот такой вот коллекционер. В принципе, здесь Коля, вот как видите, немножко меняется, но вот за Лазуликса, за Ледяного Феникса дают всегда топовые плюшки, 100к кулаков, 100 кристаллов. Ну и самое основное, это кристаллы оттуда получать. В общем, вот так вот. Помимо этого, ребят, здесь есть очень офигенная вещь. Один за один, то, о чем я говорил, что 1 числа приобретите новогодний пак, и вы получите еще один такой же. Вот New Year пак. Вот один такой и один вот такой вот. Посмотрите, что здесь есть. Здесь продают огника уже целого, плюс эмблемку восьмую, плюс мешочки. Но опять же, огник уже здесь стоит один пак. То есть со временем, думаю, до весны он еще дешевле будет. Вот так вот. То есть здесь это уже регулярно началось. Тут на Новый год за 50 можно было его собрать. Тут, по сути, сейчас два, по идее, ты должен получить, если купишь какую-то из плюх. Ну, вот это за 50, не знаю, не особо выгодно, наверное. Ну и лимитированные паки, как обычно, на высоте. Вольт Махатма 10 баксов. Ну, то есть тут Командора вот есть. Ну, все как всегда, на английском все дешевеет очень быстро. У меня куча просто итемов. Видите, куча книг, куча сумок просто в перелимите. Я их не использую. У меня они пропадают, ну ничего не поделаешь. Не придумали они еще лимит свыше, да, и в принципе некуда его девать. Окей. Трешечок у меня идет по бездонатному аккаунту. Кто смотрит, там просто жесть. Я в раздумьях, что же делать все-таки, потому что я создал аккаунт, я его уже подвязал к почте и создал другие аккаунты, и я не буду менять почту, у меня стоит выбор, можете принять участие в голосовании. Одни пишут сливать, вторые пишут не сливать, пишите, что вы думаете, будем решать. Как бы они получены мной, то есть я вам сразу сказал, я мог просто вам сказать, вот я насобирал 2000 самов, переролл, вау, у меня выпала мега, я не успел вам записать. Я вам сказал, как есть, что на этом аккаунте я заходил, это был гостевой, я еще перепроверил специально. Как так получается? Ну, в принципе, кто знает, я рассказал схему, что часто при создании получается, ты заходишь на гостевой аккаунт, и там есть самоцвет, и ты можешь там его паролить, потом привязать. Вот я точно так же сделал. Я еще удивился, какого фига у меня здесь 7 наград. А потом я создавал эти и решил просто чисто случайно зайти перепроверить. И такой вот трешечок, ребят, там просто мега. Вот жалко, что не заснято. По сути, они получены без доната. То есть я не донатил на них, они там были уже. Я не выбирал там определенные какие-то аккаунты, не искал этого, но мне нафиг не надо. Ладно, поехали. Че, ребят, 2019, первый мой роллинг у себя по 150. Посмотрим, как оно пойдет. Посмотрим. Так, ну, просто выбили имбу, сразу же бочка, купидон, фара, ничего себе. Сноу, посмотрите, три подряд, три леги подряд по 150. Ну, такое, наверное, бывает очень крайне редко. Конечно, они не имба, но все равно три. Поехали дальше, посмотрим. Друид. Неплохо. Я надеюсь, у меня точно так же на русском будет падать, когда я буду ролить на своем бездонатном. Сердцеедка. Ничего себе. Четвертая уже. Четвертая легенда по 150. Удивляют. Интересно, интересно, что же будет дальше. Ну давайте. Желейка. Ну, тут, честно говоря, за 150 за жалеек, ну, такое себе дают. Так, чемпион. Какой там, шестой или седьмой уже?
Шестой, по-моему, шестая лига, если не ошибаюсь. Шесть легенд по 150. Это круто, но не все магазинки. Мы потратили уже 10к. Так, пора сбегать в рейд. Силушка на этом аккаунте, как видите, уже раскачана так, как надо. Есть у нас уже и титул, и все, что хочешь, у нас есть. Рогатка просто тащит. Так, Леди Лео уже слилась от Фрейя. Ну, сейчас мы и к Фрейе дойдем. Блин, вот нравится мне Лазуликс. Зона действия такая. Блин, я бы, наверное, не знаю, я бы там прыгал от счастья, если бы я его на бездонате у себя на русском выбил, потому что это нечто. У него я бы, наверное, даже помимо баферов, просто в него тупо вливал бы все ресурсы. Так, окей. 99. Let's go. Триичка. Поехали обратно по 150. 6 легенд у нас уже есть. Ангел, поехали. Следующий заход. Да, блядь, вот так вот надо ролить, ребята. Вот вам по 150 после Нового года. 2019 год у нас начался просто эпически. Седьмая лига, блин. Да это просто жесть. Седьмая, блин, по 150. И Лазуликс мы уже, считайте, Колю просто сделали. Let's go дальше, посмотрим, что же будет. Это жестко. Вот это удивило, конечно. Офигеть. Так обрадовался, блин. Упало мне так на русском под коллекционера, когда накуплю через полгода самоцветы. Так, окей. Бочечка. Желейка еще. Но не знаю, соберем мы, не соберем желейки все. Было бы неплохо еще и Ронина затащить. Сноу. 8. Смерть. 9. Тыква. 10. Нифига себе. 10 уже есть. Многие там начнут сейчас. Вот по 150. Блин, да круто по 150 ролить. Мне, честно говоря, понравилось. Чем мне смысл мне здесь по 450? А по 150 интересно. Лазуликсы только так сыпят. Так, укротитель 11. Ну, пора, походу, опять в рейд бежать. Как видите, тактика с рейдом действует очень-очень неплохо. И шаман опять. Шаман. Да уж, удивили, так удивили. Блин, нравится рогатка, конечно, с пактом. Просто обалденная. Столько дамага дает. Давай, рогаточка, не дохни, затащи. Отлично. Вот как-то так. Поехали дальше по 150. Ну? Так, что там у нас, 11 легенд? Можно челлендж устроить. 12, паладин. Блин, ну Лазуликса просто хватает. Так, отлично. Еще один. Давай. Интересно, хоть половину слизней соберем по 150. Ну так по чуть-чуть пад. Офигеть. Ну по 150 и Махатма падает. Ну чё, ребят, бывают чудеса. Поехали дальше. Какая там 12 или 13? Неплохо. Как всегда подкручено. Пикси. Офигеть. Просто офигеть. Так, ну что, уже не будем, думаю, в рейды бегать. Давайте уже так добьем. Посмотрим. Вот желейки пошли в ход. Посмотрим еще одна пикси. Ну, по сути, где-то если
Так взять, мы переролили это где-то 300, но 11 не особо часто падают. Череп, нифига себе. Ну, вроде как бы все. Да, ребят, вот так вот. Неожиданно, неожиданно это было. Поехали посмотрим, что у нас получилось. Hero Collector. Блин, да мы все практически собрали, кроме Ролина. Ну, я считаю, это хорошо, очень хорошо даже. Смотрите, даже Асурика выиграли. Вот так вот. Нифига себе, я думаю, череп. Ну и, соответственно, отсюда я уже смогу собрать скин на Вальку. У меня это недостающий скин, как и Купидон. Все остальные уже перелимите. Еще на 2 левела ее подкачаем. Ну и Купидоны надо будет забрать. Вот так вот, ребят. Как видите, бывают чудеса. Я уже который раз здесь играю, выбиваю этого Лазуликса. Ну, блин. Прет по 150, не знаю. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Всех с наступившим 2019. Всем удачи, всем пока.